Тем временем на другой стороне Москва-реки в Доме музыки выступит испанская певица Конча Буйка. «Черная жемчужина», так ее называют, исполняет фламенко, джаз, соул и румбу. Выступит Конча Буйка в сопровождении сенегальского певца, гитариста и ударника Чейк Ло. Родители Кончи Буйки – беженцы из экваториальной Гвинеи. Сама она родилась на Майорке и в поселке, где росла, была единственной темнокожей девочкой. Соседские дети нередко просили потрогать ее кожу и волосы. Сегодня, как к экзотическому цветку, к ней относятся уже профессиональные музыканты. Стиль, в котором она поет – это смесь фламенко, джаза, фьюжн и соул. Конча Буйка никогда заранее не планирует, что будет петь на концерте. Выходит на сцену, видит публику и только тогда понимает, какая музыка сейчас зазвучит. Так что будьте готовы к сюрпризам. Итак, концерт Конча Буйки состоится 17 сентября в Светлановском зале Дома музыки. Начало в 7 вечера. Билеты от 1,5 до 2 тысяч.